субботу, 8 июля, на время проведения фестиваля «Семейная команда» с 7.00 до 18.30 будет временно ограничено движение транспорта, говорится в телеграм-канале городской администрации. Ограничения не коснутся спецмашин, полиции, скорой помощи, пожарной охраны. Движение частично закроют по улице «Арена 2018» от проезда номер 8 до улицы «Демократической», по проезду номер 2, по улице 2 стадионной от проезда номер 2 до въезда в медицинский центр «Мать и дитя», по улице «Дальней» от улицы «Арена 2018» до Первой аллеи, по проезду номер 8 от улицы «Арена 2018» до проезда номер 10. Также на вышеуказанных участках улиц с 18.00 7 июля до 18.30 8 июля будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. Если ребенок не достиг возраста 14 лет, родители или один из них могут изменить ему имя на основании решения органа опеки и попечительства. При этом, если ребенку исполнилось 10 лет, это можно сделать только с его согласия. По достижению 14-летнего возраста человек сам вправе изменить себе имя, но до достижения совершеннолетия потребуется согласие обоих родителей, усыновителей или попечителя. Об этом на своей странице в телеграм-канале рассказывают сотрудники Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. По вопросу смены имени или фамилии ребенка нужно обратиться по адресу улица Куйбышева, 44, либо в МФЦ. С 1 июня возобновилась выдача биометрических загранпаспортов с электронным носителем информации. Как оформить паспорт нового образца и каков размер пошлины, рассказывают в телеграм-канале промышленного района. Число визитов в паспортную службу можно сократить до 2. Первый раз нужно будет прийти для снятия отпечатков пальцев, фотографий и предоставления оригинала документов. Второй раз уже за готовым документом. Записаться на удобное время можно по телефону горячей линии ведомства 264-32-61. В Красноглинском районе состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Было рассмотрено 4 протокола об административных правонарушениях. К административной ответственности привлечены 4 родителя или иных законных представителя. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию, защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Подобная санкция предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от 100 до 500 рублей.